живопись, и графика, и инсталляции, и скульптура, видеоарт, фотоарт. В своем творчестве Ева отражает синтез классической традиции и современного искусства, изменившегося мира, цифрового мира, который уже захлестнул и изменил планету. Максимально сработало то, что современное искусство может дать современному зрителю и обществу. Ощущение себя идеальным человеком в идеальных обстоятельствах. Каждый найдет для себя то, что можно будет увидеть и очень интересно посмотреть, составив свое собственное мнение, что важно.